И снова здрасте все, и начинаем мы с того, что к нам прибыло подкрепление, а денег у нас нет. Ладно, побежим с подкреплением. А для тех, кто не понял, мы продолжаем играть в Shield Wall. И битва при Ильярде, по-моему, да? Так, нам прибыло подкрепление, мы сейчас будем кого-то бить. Атаки! Бей желтых, бей лимонов! Ра! Куда ты там суешься, мам? Я тебе сейчас покажу, как соваться. Ах ты гад, ты меня в спину бить будешь, да? Ты меня в спину будешь, а ты меня копьем ткнул, да? А чтоб ты. Ну, потрачено. Есть подозрение, что мы слились вместе с подкреплением. Зачем оно было нам нужно, осталось непонятно. Ага. Окей. Погнали. Без подкреплений. Пришло подкрепление и слилось. Классное подкрепление. Да. Это там лежит, помахивает щитком. Ну, гоняет. Рубай их, хлопцы-молодцы, рубай их. Да блин, меня на щит подняли, ё-моё. Ну и все, кирдык, я сейчас уже. Ах ты гад, он просто со... Блин, он мой же маневр против меня же использовал. Ах ты подлюка. Ах ты подлюка. Ну все, конец дружбе. Мы, правда, не дружили никогда, но теперь мы просто вот лютые враги. Если мы раньше были просто враги, то теперь мы лютые враги. Страшные враги. Короче, текай с городу. Блин, ну подкрепление я так и не понял, нахрена его мне прислали. Черти полосатые. Прислали каких-то, ну, я не знаю, немощных. Инвалидов. Из ближайшей больницы для немощных. Тоже мне подкрепление. Атаки! Ну ты как, я могу с прыжка даже. Мы забираем флажок. Пока забираем, посмотрим на карту. Тут у нас центральная крепость. Я так понимаю, что ее нужно последнюю брать. Это, по-моему, третья миссия была. А вот третья была такая же фигня, что укрепленку нужно было брать последнюю. У них 120 голды в минуту. У нас по 60 на каждой точке. Значит, нужно будет выбивать эти точки. Вопрос, будут ли они их выбивать в ответ. И это вопрос. Итого мы имеем сейчас 120, да? Где карта? А, вот. 60-60, да, 120 мы имеем. Так. Возьмем-ка мы защитников. Троих. Кидать! 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 Не подпускайте их пока что. Не лезь только в драку. Не лезь в драку. Атаки! И мы справляемся. Мы крутые. Умеем магием. Практикуем. Сейчас нужно добрать еще. Добрать-то тут не получится добрать. Эти клоуны опять сюда бегут. То есть они будут непрерывно, что ли, меня атачить? Ты что не кидаешь? Что с тобой, а? Тебе плохо. Кидай. Давай тоже кидай. Сколько вас трое тут? Атаки! Сойдет. Пошли.
Они вроде сюда не идут больше, нет? Не идут сюда больше, я спрашиваю, это вопрос был. Вы не идете сюда больше? А тут еще одного защитника. Угнали. Брода нет. А, он мост. Мост. Пойдем через мост. Надо выбивать их со всех точек. Чтобы получить кучу золота, тогда можно прокачаться сильно. И сильно. И тогда можно оттачить центральную их. Цитадель. Привет Михалкову. Так, еще три точки. Где они? А, блин, они поперлись эту оттачить. Нормально. Сейчас мы потеряем ту, заберем эту, и начнется то же, что было на предыдущей миссии. Пони бегают по кругу. Они потом пойдут, заберут тот флаг. Ой. Я чувствую, это будет долгий, изнурительный бой. Который еще неизвестно, выиграем мы или нет. Это там что, вчетвером их сложат, не сложат? Их трое осталось. Двое осталось. Эй! Ты что, в дерево уперся? 18 рыл. Нормально, погнали. Так. Так, эти говнари забирают у нас флаг, да? Да, они у нас забрали флаг. Отлично. Ну, я говорю, будем сейчас бегать кругами, как дебилы. Ничего хорошего из этого не получится. А если я начну пихать сюда защитников, то мне не хватит армии для штурма. Потому что на штурм наверняка там нужна будет огромная армия. Ну, они и тот забрали. Отлично. Просто шедевр. Они будут просто бегать кругами и забирать у меня все флаги. Я говорю, ну, вот. Начинается, как говорится. Старая песня на новый лад. А они у меня за спиной туда побегут, да? А будет прикольно. Ну, что я и говорил. Они побежали у меня. Ну, блин, ну что за хрень? Ну, серьезно, ну что за бред? Начался опять. О боже, надо какую-то точку укреплять только защитниками, чтобы можно было бить другие. Чтобы бить другие, мне нужно увеличить количество юнитов. Но потом мне не хватит армии, чтобы их выбить. Ну, прекрасно просто, ну что еще сказать. Это 5-6 защитников нужно ставить на точку, чтобы они могли отбивать атаки сами. Ну, допустим, здесь я 5 поставлю, ну и что. Втером они, возможно, откидаются, но у меня не будет достаточно армии, чтобы выбить их из крепости. Блин. Ой, мрак. Мрак. Мрак какой-то. Они же там наверняка и так укреплены, как мама, не горюй. Да, эти дебилы уже бегут, вон там забирать. Все, погнали. Там, я так понимаю, прохода нет. Только если мимо крепости идти, а там закидают копьями эти балбесы. А я знаю, как они кидаются. Там бегаешь, у тебя копье из башки торчит. Как будто так и должно быть. Ой, ё-моё. Ух, ё-моё. Стандарт. Стандарт — это плюс один солдат. По сути. Он там что-то еще дает, но он сам по себе еще как бы солдат. У него даже ножик есть. И он этим ножиком может кого-нибудь зарезать. Он сверкает перьями на шляпах. Тебе не расшипнем. Ну что, они там в пятером-то отобьются, я надеюсь, хотя бы. Пятером. О, понеслось.
кидалово. Ой, не, отобьются. Там такая толпа бегает, что прям мама не горюй. Кирдык там будет. Да, сольют. Ну, о чем я и говорил. Бегать мимо крепости нельзя. Четверо, трое. Кирдык им там. Двое. Один. Ноль. Здесь оставим пятерых. Пойдем опять туда. Можно, конечно, здесь этих дебилов попробовать перехватить как вариант. Но это только как вариант. Хорошо, хотя они до дальнего флага не идут и его не забирают. Уже радость страшная. Так, можно попробовать их здесь дождаться и встретить. Они же пойдут сюда. Или туда. И дождаться их там. Ну, смотри, куда пойдут. Перехватить их здесь, выбить. А потом уже пытаться идти тот флаг забирать. Но они нас по очкам даже опережают. Кстати, может попробовать по очкам выиграть, но это 40 минут. За 40 минут надо успеть натворить. А, вон они идут. Давайте. Отступаем под флаг, ребят. Приготовились. Атака. Дудка. Солдатики, солдатики, солдатики. Так, мы получаем очко на урон. Что там такое? Вот, вернулись. Теперь пробуем забрать тот. Бегаем огородами. Да, графика прикольная, эти огороды. Заборы эти с веревочками, прикольно. Надо больше махача. Надо больше махача, махача, махача. Больше флагов нужно. А, ну да, опять они Д забирают. А, они туда поперлись. И опять они сольют наших защитников. Защитники, вы дно! Вы дно! 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 А если мы вот так? Должно порезать им урон. Может, защитники даже отобьются. Смотри-ка, защитники отбились. Красавцы. Что еще сказать? У них трое осталось. Куда они попрутся дальше, непонятно. Ибо они оттачили только вот туда, было бы весело. Не, мы их дождемся здесь, я думаю. У нас сейчас куча флагов, у нас золото капает. Капает золото, мы можем прокачиваться. Можем прокачиваться, мы классные. И опять они на Д поперлись. Выбили оттуда всех защитников. Ну да, идти туда сейчас смысла особого тоже нет. Хотя есть. Есть, можно. Они, наверное, оттуда попрутся туда. Можно попробовать их там перехватить. Ну, блин, это я говорю, это пони бегают по кругу. Это полный бред. Носись как дурак. Туда-сюда. Ну, единственное, что под флагом может быть. Теперь защитники под флагом смогут нормально защищаться. Они же там отбили первую атаку.
Соответственно, под флагом они должны гарантированно отбивать эти атаки. А раз так, значит, мы флаг прокачали, мы молодцы. Сейчас они попрутся на этот флаг, я так понимаю. Лованы. Прячьтесь на этот флаг. Не попрячьтесь, попрётесь. Куда вы денетесь? Вы ж такие предсказуемые. Так, что мы еще можем взять под флагом? Лечилку. Сойдете. Ну чё, бойцы? Каково ваше ремесло? Ой, меня сейчас копьями затыкают, блин. Мне надо... Достигнут предел юнитов. Чёрт, это плохо. Умри. Говнать. Так. Пошли. Ты убежал не солоно хлебавши? Лашпед. Вот туда и вали мелкий. Краби-крабонг. Теперь они на Б напали. Не понял, он что теперь по два атакует одновременно? Вообще бред. Забираем флаг. Чудесно просто. Ну а как их атаковать? Я спрашиваю, вот как их атаковать? Я не понимаю, как их атаковать. Как я буду атаковать их крепость, если все, что я делаю, это бегаю вот туда-сюда? Ну ладно, я пойду просто выбью им двери, например. Может, это их отвлечет. Ой, ой. Кстати, мне вернули шлем. Это прикольно. Крушить. Ворота крушить. Кстати, у нас нет очков? Пока нет. А за то, что мы ворота ломаем, нам очки идут? Нет. Или только за то, что мы бьем морды этим? Надо в бой их бросить. Вот чего. Понеслось. Стандарт очко. Урон. Да, мы, кажется, здесь слились. Да, мы слились. Уходим. Зигзагами уходим. Зигзагами. Зигзагами. Направо, налево. Направо. Налево. Зигзаг. 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 А вот сейчас вы получите того же самого. Так, раз, два, три. Остальные... Атаки! Бей фиолетовых! Этот все закончился. Погнали, заберем у них еще тот флаг. Погнали. Такие дела. Будут получать по рогам теперь. Надо бы у них все флаги забрать, а потом уже их долбать. Но это только в мечтаниях происходит. Что еще могу взять? Быстрее буду сам подниматься. При этом того, что меня бьют часто и больно, это может пригодиться. Блин, ну мост еще где-то черт знает где. Почему нормального моста нет? Что за где? Лодка там валяется, ведь наверняка я тоже не воспользуешься. Ужас и кошмар. Надеюсь, что сейчас пятеро этих вот засранцев должны удержать там оборону. Главное, чтобы они сюда не шлялись. Потому что здесь мне защищать нечем. Если я буду всюду втыкать кучу защитников, то чем я буду нападать? Получается ерунда. Получается? Получается. Бой тяжелый? Бой тяжелый. Но что-то с этим надо делать. А вот чего делать?
И это вопрос. Ворота я им сломал. Это их, наверное, очень расстроило. Может, они сюда попрутся сейчас? Было бы забавно. Если бы они сейчас поперлись сюда. Мы бы их здесь встретили по полной программе. Так, продолжаем прокачиваться, пока есть такая возможность. Горн. Он длительность увеличивает. О! Так. Ну чё? Вы идете или нет? А, они ждут, что я уйду. А потом пойдут. Ну, видимо, так. Народ. Так нечестно. Ну, так, теперь очки у нас быстрее капают, чем у них. 20 минут. Еще 20 минут нам надо продержаться в преимуществе по очкам, и мы их по очкам переиграем. Ну а что еще делать? Я не знаю, как там выбивать из этой крепости. Можно, конечно, потом поэкспериментировать, но это займет очень много часов. Вполне невероятно. Экспериментов. Экскрементов. Так что. На Е напали. А где это Е? Не здесь? Не, не здесь. А, вот это где. Отличненько. Сейчас мы их просто вымолачиваем и начинаем их просто атаковать непрерывно. Да, они не станут. Куда вы поперлись? Куда, куда, куда? А мы вас заберем флаг. Просто вот сюда войдем и заберем флаг. Вот так. Ну, проигрываем. Уходим. Уходим, штандарт. Нас сейчас будут бить. Ты это понимаешь? Ты осознаешь, что нас сейчас будут бить? У нас, кстати, есть плюс одно очко штандарта, но я его распределю позже. А мы слили бой, между прочим. Ну, ничего, если они сюда пойдут, они здесь выгребут. Они пошли. Их тут трое только. Плюс по урону. Погнали. Бегом. Блин, они еще и тот одновременно забрали. Да вы издеваетесь, что ли, надо мной? Я не понимаю, чего вам от меня надо? Ладно, все, забираем этот флаг и начинаем атаковать. Ну их нахрен. Я не буду больше тут брать, но в жопу бегать. Это просто тупая беготня взад-вперед. Блин, я не в симулятор бегуна, а в симулятор этого Усейна Болта пришел играть. Я хочу войны. Все, вперед. Плевать на тот флаг, пусть нахер идут. Нужно набивать очки тупо. У нас 3 против 2, соответственно, у нас очков будет больше. Встречаем их под флагом. Здесь не будем с ними связываться. Под флагом мы их разнесем и получим очки. Кстати, пора бы взять уже эту штуку. У них уже эти самые легионеры. Легионеры нас сейчас поломают. Отлично, мы выиграли бой. Нет, ты опять убежал. Один все время убегает. А мы можем их контратаковать, кстати, сейчас. Не, не можем. Но ворота мы можем сломать.
Чувак мешает ворота ломать, раз выкинули. Он еще живой, что ли? Да ё-моё, ты кто? Куда ты тут взялся? Ломайте ворота. Все, я с криками «Ура! В атаку!» убегаю нафиг отсюда зигзагами. О, отлично, штандарт тоже до тумкал убежать. Молодец. Пока набираем этих. Но уже можно делать и этих, как их зовут, легионеров. Правда, дороже будут, но все же делать их можно. Давайте их оттачить. 3800, у них 4800. Плохо. Пять секунд. 3, 2, 1. Вперед. Их, кстати, тоже не так уж много. Рубить, рубить, рубить их в кашу всех. Рубитесь, рубитесь, ребята, рубитесь. Зарабатывайте очки. Черт, наш штандарт сдох, я так понимаю, да? Погнали. Попробуем еще раз их проатачить. У нас 1000 очков сливается. Нам нужно что-то делать. Осталось, кстати, всего 5 минут. А, фу, 15 минут. Нормально. 15 минут еще нормально. Жить можно. Давайте, мы сильнее их. Мы легионеры, они дно. Мы элита, они какашки. Вытащенные из фломастеров. Давай, давай, давай. Потрачено. Не-а, мы ни о чем. Надо признать. И денег не хватает. Надо все-таки придется отбивать у них тот флаг. А толку-то с этого отбивания флагов я не очень понимаю. Ну, заберут они этот у меня за спиной. И что, они он два одновременно забирали. То есть здесь нет тактики. Здесь нет вариантов тактических решения этой задачи. Их просто не существует в природе. То есть их можно переиграть по очкам, да, окей. Ну и что, а флаги забрать не получится. Тем более, зачем мне осаждать их... Крепость, как получается, я осаждаю крепость, они из нее все время выбегают и все время забирают у меня флаги у меня за спиной. Мне что, напихать защитников по всем флагам и сидеть, что ли, и ждать, я так понимаю? Ну, вариант, да, напихаем защитников. Сколько у меня? 25 человек. А, на раз, два, три, четыре флага там, получается, я могу забрать. Ну, делим на 4, по 6 человек. И что? Ну, набрал я по 6 человек. И что? И будем сидеть на жопе, и все, и ничего не делать. И это такая война странная. Хочется драйва, хочется войны. Вперед, ну, всех перебить, покрушить. Покрушить, покрошить, всем набить лицо. Погнали. Ломаем им здесь ворота, чтобы они никуда не лазили. А, они уже на Д поперлись. Забавно. Будет прикольно, если мы успеем сломать ворота и зайти сюда и забрать у них этот флаг.
побыстрее. 25, 24, 2000. Ну, 1000. Быстрее. Ребят, нужно забрать у них этот флаг. Сейчас. Вот. У нас есть шанс. Крошите их к черту. Вперед. И забираем у них этот флаг. Hold the line. Ага, не успевает отбить его. Но зато штандарт плюс одно очко. Сдохни, сдохни, сдохни. Я героически сдох сам. И все, у меня денег больше нет. Нормально. Ну вот откуда у них столько солдат? Откуда они во всех местах одновременно? Что за бред? О, господи, что происходит? Просто пипец. Они еще и тот, наверное, флаг уже забрали, да? Нет, еще не забрали? А что не забрали-то? Вперед. Там они всех выбили, этот флаг забрали уже. Просто прекрасно, просто великолепно. Блин, я вообще не понимаю, во что я играю. Я говорю, если мы сейчас вот сливаемся просто по очкам, в следующий раз я буду действительно, ну, просто подстраиваться под комп. Ну, раз такое дело, хорошо, буду под комп играть. Пожалуйста, я напихаю защитников во все эти самые, они будут отбивать все атаки. Прокачаю флаги, они под флагами будут отбивать все атаки. Бессмысленная чушь будет, а не игра. Ну, если так хочется, окей. Потому что экшона нет. Никакого. Нашли в 20-ром. Пробуем здесь вломиться. Они сейчас наверняка туда попрутся. Может быть, успеем сломать ворота и здесь захватить что-нибудь. Рубай ворота, пацаны. Кстати, а почему нету какого-нибудь бревна? Притащили с собой бревно. И ворота развалили. Нормально. За мной. Флаг забрать. Последний. Какой вот здесь у них есть. Ну, там пусть спаунится, нафиг. Давайте на стены, ребят, на стены. Давайте на стены порубаем этих козлов. На стенках. Зачем тут делать? Что-то я через него перепрыгнул прям. И этого тоже рубать. Всех рубать к чертям. Прыгиваем. Здесь можно спрыгнуть. Шли. Наши там должны отбиваться сами. Наши? Наши. Отлично, мы сейчас их здесь под флагом встречаем и бьем им морды. Все согласны? Я думаю, что все. Стандарт. Ну вот как бы стечение обстоятельств. Погнали. Сейчас у них только мост.
если они туда прутся. Они уже собрали новую армию. Зашибись. Как прикольно-то. Как они быстро-то, а? Семьсот. Мы все равно проигрываем по очкам. Осталось всего 7 минут, кстати. Да бейте клоуна! Иди сюда! Мы тебе сейчас морду будем бить. Иди сюда, блин. Давай задудим в горн и завалим все это говнище нахрен. Штандарт плюс одно очко. Давай еще урона. 18. Блин, нифига себе, как они солдатиков-то делают пачками. 5800 на 6200. Мы все еще проигрываем. Очка. Вперед! Что мы еще можем сделать? Вот что мы можем сделать. И, в принципе, вот что мы можем сделать. Погнали. Они на цену падают? Серьезно? Вот же клоуна. Ладно, мы заберем этот. Они там двери рубают, что ли? Наши нет, сам они справляются, не держат их. Жаль. Погнали. Они оттачат цену. У нас уже 6 тысяч против 6200. 6200. Сейчас мы забираем этот и пробуем ему ударить в спину. Если наши удержат какой-то момент, это будет просто жесть. Вот это будет жесть. Но я думаю, что не удержат. Они сейчас уже должны выносить ворота к чертям. Да, они вынесли ворота и забирают флаг. Погнали. Наши там откидываются со страшной силой и ненавистью в глазах, но уже поздно. Они заберут этот флаг. Единственный вариант, если мы успеем их здесь подловить и набить им морду, но это не знаю, насколько у нас получится. Убираем флаг сразу же. Забираем флаг, 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 флаг. Stand closer. Слышали, что сказал командир, то есть я. А я командир, а я сказал. Вот так вот. Вот кажется, мы их сейчас завалим. Блин, это будет просто класс. По стечению обстоятельств мы их заборим всех, запобедим. Что такое? Что, война идет вокруг С? Ну? Где вы там? А! Гордый воин! Вот это да! Вот это да! Но, конечно, это, блин, ну, выиграть такое, это можно вот только так, по стечению обстоятельств. То есть, обстоятельства сошлись, окей. Если бы все продолжалось так, как оно было, ну, я не знаю, реально пришлось бы просто по очкам как-то тащить. И то по очкам мы вот сейчас даже, когда мы их, посмотрите, мы победили их, реально мы всего 200 очей впереди них. Всего 200 очей. Золото у нас даже меньше, чем у них. Армия у нас меньше, чем у них. Ну, убийств больше. Потому что мы круче. Хрен знает. В общем, ладно. Ой, тяжкий бой. Так, что у нас по потерям? У нас по убийствам. Герой 30 человек завалил. У них 13. У них потери больше. Лечение. Дружественные флаги 2500, у них дружественный флаг был все один. Нет, ну они отбирали постоянно, но лечились они, по сути, под одним. И посмотрите, сколько они вылечили. Господи, штандарт у них, 4-й уровень. 3% урона, живая сила 0,50, 5% СП. Что такое СП? Скорость передвижения, наверное. И плюс 30 золота в минуту. А, они золото качали. У них золото столько и насыпалось. Ну, у них прокачано, мама, не горюй. Я всего на 2 больше. У них. Да.
тяжелый бой. И странный, очень странный. Я его выиграл только по стечению обстоятельств. Я так считаю, что это только стечение обстоятельств дало мне возможность его выиграть. Именно выиграть, победить, завалить там всех. А по сути, его надо было тащить именно на победу по очкам. Распихивать по всем этим вот флагам защитников и сиди просто жди. Море погоды. Так что ли? Я не знаю. Я не понял. Если кто что понял, пишите, не знаю, там, куда-нибудь что-нибудь пишите. Приходите еще, посмотрим, что будет дальше. Там не так, кстати, много осталось, но я так чувствую, что каждая следующая битва будет все более такой жесткой. Все, на сегодня. Всем спасибо, всем отдыхать, всем здоровья, денег и всем пока.